Всем доброго времени суток. Мы начинаем захват галбадианской базы ракетной. Как вы помните, мы остановились именно на этом Galbadian Missile Base. Ну что ж, вперед. У нас достаточно бравая команда. Я немножко перепрошел, как и обещал, тюрьму перепрошел. Я таки добыл Rosetta Stone. Мне, кстати, повезло, там буквально, может, партии 10 сыграл. Достаточно быстро выиграл. Да, я там накосячил, я в приписочке сделал поправку не на 5-м этаже, а на 11-м этаже, ребят. Давненько играл, кое-что подзабыл. Да, было весело. Ладно, не суть. Итак, наша бравая команда пробивается на базу. Я там пропустил пару диалогов. Диалог состоял в следующем. Там нужен был ключ, и селфи немножко запаниковала, но, по-моему, у Квистис нашелся ключ, она его нашла в машине. И мы прошли сюда. Окей, ну что ж, здесь кто-то стоит на посту, что нам делать, что делать? Действовать как обычно. Спокойненько пройти или попытаться проскользнуть. Давайте смешно пройдем потихоньку. А может быть, если мы побежим, да, это может выглядеть как-то подозрительно, поэтому давайте просто мы здесь пройдем. Ну, давайте так вот, без палева. Эй, вы, ну-ка остановитесь здесь. Да что ж такое-то, что мы не сделали не так? Эй, нифига себе, вы даже здесь с троем ходите. Ну, родители вас, видимо, очень хорошо воспитали. У вас очень хорошие манеры. Ладно, мужик напугал маленько, но... Всегда будьте благодарны своим родителям за то, что они воспитали вас. Да, сэр. Полностью с ним согласен. Чувак какой-то немножко странный, ну ладно. И дальше пойдем спокойненько, не поднимая суету. Дело в том, что здесь есть разные стили прохождения, можно просто со всеми драться. Но на самом деле это не нужно. Итак. Пусковые установки ракет находятся прямо за этой дверью. Зачем ты нам это сообщил? Что скажешь? Последние пусковые установки, то есть ракеты для последних пусковых установок, должны вскоре прибыть. А ты что скажешь? Я провожу инспекцию, приходите позже. Ну ладно. Мы нашли Full Life. Давайте селфи. 7. Ну что ж, неплохо. Дальше нас не пропустят, насколько я понимаю. Так, требуется авторизация. Эй, пожалуйста, не трогайте это. Ладно. Это место с ограниченным допуском, у вас его нет. Ну ладно, хорошо. Так, точка магии, давайте проверим. По-моему, бесполезное что-то. Blind. Да, у нас у всех есть blind. Ребят, вы чем заняты? Что за фигня? Что делаете? Обслуживающий персонал, да, техобслуживание. Ребят, мы сейчас сильно заняты. Что хотели-то? О, слушай, разве мы не должны сейчас инспектировать комнату с контрольной цепью? А, черт, да, действительно, настало время, правда? Блин, у нас сегодня так много работы, мы никак не успеваем. Ребят, простите, что беспокою, но не могли бы вы доставить сообщение за нас? Скажите ребятам, там где пусковые установки, чтобы они прошли, и что мы придем позже, да, проверим все это дело. Спасибо большое, мы очень ценим. Спасибо. Очень вежливые солдаты у нас. Ну, в смысле, не у нас, это галбадианские вежливые солдаты. Окей, хорошо. Что, скажем, нет?
Нет, это не тот человек, к которому нужно обратиться. Он повторяет ту же фразу. Итак, селфи, простите, сэр, у нас для вас послание. Да, в чем дело? To go on ahead. Давайте расскажем. Это то, что касается инспекции комнаты с контрольной цепью. Команда техобслуживания говорит, что они слишком заняты, чтобы проследовать туда. Ну, понял. Блин, ну у нас здесь тоже работы просто вот валом, знаете ли. Слушайте, а не могли бы вы сказать им, что мы тоже не можем пройти? Спасибо большое. То есть, ни те не могут, ни другие. Ну ладно, давайте вернемся, ну, на посылках. Ок. Ок. Они сказали, что они тоже слишком заняты. Черт, что же нам делать-то? Ну, боюсь, у нас нет другого выбора, кроме как пойти и проверить, хотя... Окей, ребят, можем мы вас попросить, чтобы вы сходили проверили? Эй, ты че, это же не круто, так нельзя делать. Что если командир базы выяснит это обстоятельство? А, да ладно, все будет нормально. Все, что мы должны сделать, это пойти и убедиться, что все запущено и все работает. Господи, там ничего делать-то не надо. Окей. Ну, надеюсь, ты прав, конечно. Может быть. Ну, так что, мы можем рассчитывать на вас? Да, сэр. Уху, взорвем нахрен это место. И да. Мужик, что скажешь? Бригада техобслуживания попросила нас проинспектировать это место. О, правда? Ну, тогда я полагаю, что мой пост здесь как бы завершен. Мне не нужно больше здесь стоять. Пойду отдохну. Да, ребят, продолжайте со своей инспекцией. Окей. Ну, еще магия. Ну-ка. Близара, нет, Близара, спасибо, не нужна Близара, так. Так, ну, это должна быть контрольная панель, не уверена, что нужно делать. Так, давайте просто что-нибудь нажмем, не, просто ударим, да, и первое нажмем кнопочки там, тут, ну, давай. Из этого ничего не выходит. Давай, странно, но ничего не случилось. Может быть, следует попробовать еще раз. Нажимайте все, что угодно, и просто стукните как можно сильнее. Всегда работал второй вариант. Давайте все уничтожим. Нажимайте S постоянно. Давайте. Давайте будем нажимать S постоянно. Разобьем здесь все к чертовой матери. Вообще, наверное, мы палимся таким образом, да? Ну чё? Электричество вырубилось. Эй, все, электричество отрубилось. Неполадки в электрической системе. Команде техобслуживания, пожалуйста, немедленно устранить. Слушай, нам влетит, если мы здесь попадемся. Так что давайте проследуем в другое место. Так, и что? Мы выбегаем отсюда. Команда техобслуживания, эй, вы, что там произошло? Блин, реально мы что-то как-то не по таймингу. Не вовремя мы, типа, свалить не успели. Ну, первый вариант, до какого черта давайте драться? Очень хороший вариант, мне нравится. И следующее, давайте попробуем отмазаться. А мы только что сюда подошли. Абсолютно никаких идей, что там происходит. Прикуси язык. Мы видели, как вы оттуда вышли. Ах ты, черт. Must be imagination. Слушайте, показалось, да? Такая неразбериха. И да ладно, давайте драться. Нет, давайте так. Это твое воображение.
Просто оставь нам все и не беспокойся ни о чем. Слушай, ну нам все равно нужно делать работу. Пусть они ее сделают. А, ну ладно. Ладно, короче, не делайте ничего глупого. Фу, было близко. Селфи, ты чуть не вышла из-под контроля. Да ладно, какого черта, давайте поспешим. О чем? Ребят, на самом деле у меня вот такое прохождение первый раз. Обычно я выбирал другую фразу, там все было ништяк. Так, что тут у нас? Эй, не могли бы вы нам помочь? Электричество отрубилось, и нам нужна помощь. А, ну, полагаю, да, могли бы. Пойдем. Угу. Черт. Эй, вы, не видел вас здесь раньше. Play it cool, run away, fight all the way. Ну, драться пока рано, убежать тупо. Давай, сыграем круто. Ну, нам нужна здесь помощь. Я полагаю, что неважно кто. Давайте, как вы могли бы нам помочь? Да, конечно, мы поможем. Может, там взорвем сразу что-нибудь. Давайте сюда за мной. Невероятно, блин, электричество отрубилось в самый критический момент. Что за фигня? Чем занимаются парни в службе техподдержки? И что, вы предлагаете вот эту дуру вручную двигать? Вау. Ну, вообще, что я? Надо так надо. Эй, ребята. Че, как вам помочь? Могу я вам чем-нибудь помочь? Нет? Ну, эй, вот так. Все. Встали. А, ну опять нужно S нажимать, да? Давайте. Привычное дело. Пока они там толкают ракетную установку с целой ракетой, я чайку немножко. Cool. Окей, так, вообще, что мы делаем? Зачем мы ракетную установку ставим на место, если взрывать надо? Ну ладно, черт с ним. Вообще говоря, есть проигрышный сценарий, где просто нужно со всеми биться. Но там в любом случае гейм-овер в конце будет. Но вроде как мультик обещали другой показать. Не знаю, не проверял. Может быть, как-нибудь проверю потом. Но сейчас просто прохождение. Окей. У вас тут точка магии не обновилась? Вау! А вот это круто было. Еще. Еще хапнули. Бригада поддержки. Ребят, подождите. Хорошая работа. Все, что нам нужно, это подтвердить координаты на контрольной панели. Программа запуска должна быть уже готова. Ребят, сделайте это. Вау! Нифига как повезло. Контрольная панель. Ну, сейчас мы сделаем. Да не вопрос. Это же вот она, да? Давай размажем это, крошка. Ну да. Теперь у нас реально появилась возможность. Это будет большой мегабум, если мы запустим ракеты не туда, куда надо. Так что нам нужно немножко сдержаться и просто внести кое-какие коррективы. Ну, ладно, я полагаю, что да. Итак, мы залогинились в систему. Проверка окей. Все системы BIOS в норме, память в норме, сеть в норме, безопасность в норме. Угу. А давайте сразу цель установим. Что, мы можем поменять цель? Set target. А нет, здесь требуется авторизация. Черт, мы не можем поменять цель. Но мы можем ввести погрешность. Давайте введем максимальную погрешность. Пусть они летят мимо. Да-да-да. Сейчас введем максимальную погрешность. Угу. Что составляет что-то порядка 75 или 76%, да? Там вон подписано, но очень плохо видно. Все.
Ну и загрузка новых данных, видимо, дата upload. Upload будем делать, да? Так, на первую ракетную установку данные введены, на вторую все идет в онлайне, и на третью. Камон. Чудесно. Но больше мы здесь, к сожалению, сделать ничего не можем, поэтому нам нужно только выйти. А оборудование, симуляция и прочая ерунда — это ерунда. Самое главное — запуск ракет. Ну что ж, бежим отсюда, что ли? О, парень, чё? Сюда нельзя, доступ ограничен, вам сюда вообще никак. Но мы должны сообщить относительно данных по координатам ракет. А, ну черт, тогда да, тогда проходите. Что так легко? Бах. Ну и судя по музыке, приближается ключевой момент. Солдат, все системы готовы, сэр. Все установлено, все настроено, сэр. У нас небольшие задержки, но мы продолжим по расписанию. Мы слегка отстаем. Приготовьтесь к финальной стадии запуска. Так точно, сэр. Внимание, это комната контрольная комната, да, контроль за запуском. Мы переходим в финальную фазу запуска ракет. Пардон. Займите предписанные места и приготовьтесь к запуску. Здорово, ребят, чё кого? Эй, а вы что здесь делаете? Ну, мы пришли сообщить относительно координат для запуска ракет. А, нифига. Ну-ка, не двигаться. Вы выглядите подозрительными. Вы проникли на нашу базу. Нет никакого смысла теперь скрываться. То приветствие, которое вы только что дали, оно абсолютно неправильное. Оу, черт, ну наконец-то мы избавимся от всей этой фигни, надоело уже. Да. Ребят, вы что там делаете? Ну, стриптиз устроили. Смотрите. Оп! Два женских, один мужской. Та-дам! У, наконец-то, блин, это военная униформа, она такая вонючая и колючая. Давайте будем биться. Так, если я ничего не путаю, у этих ребят ничего полезного нету, но... Ладно, давайте просто их убьем. Время серьезных разборок настало. Ух. Слушайте, они из сада. Да, мы из сада. Тедэймс, капитан, они слишком сильны. Да, я думаю, да. Мы такие. Ух. У капитана что-то не получилось украсть. Ну ладно. Ребята, блин, не сдавайтесь, давайте, деритесь. Да, я поставил способность воровства селфи. У нее наибольший шанс на воровство, но, как вы видите, да, увы и ах. Это не означает, что данная штука работает на каждый удар. Вот. С двух ударов она ни разу не смогла украсть. Ну да ладно. В отключку. Капитан. Давайте. Мы всех убили. Мы молодцы. Так, мы получили подъем уровня, что весьма неплохо. Мы получили 3 поушена, у нас их уже 100 штук. GF получили 4 АП, и Фрит, братья Карбункул, подняли уровень. Так, ну что ж, ребят, давайте остановим ракеты и взорвем эту базу. Так, мы вообще сможем? Мы, наверное, сможем, да, остановить запуск ракет отсюда. Давайте разделимся и посмотрим. Ну, я знаю, где искать. Давайте здесь искать будем. Все там, а я здесь. Ну-ка, дайте-ка посмотрю. Эй, я нашла. Вот. Там-бадам-бам. Нажать это, затем это. И вот здесь я все. Я закончила. Уху. Все, что нам нужно теперь, это найти механизм самоуничтожения базы. Так, так, дайте-ка посмотреть. Нет, не думаю, что это оно.
А здесь? Ну-ка. Нет, похоже, что и это не оно. Чем? Здесь, нет? Может, здесь? Эй, да, вот механизм самоуничтожения базы. Дайте-ка посмотрю. И у нас есть 10 минут. Механизм самоуничтожения базы активирован. У вас есть 10 минут до взрыва. Весь персонал эвакуируйтесь немедленно. Я повторяю. О-о-о. Ребят, рвем когти. И выбегаем мы через другую дверь. Нет, через эту же. Ну ладно. Насколько я помню, там можно было через другую выбежать. Но, может, я что-нибудь не так сделал. Ладно, неважно. Все же сваливают, ну и мы валим. Та-ба-да-ба-дам. Десяти минут вообще хватает полностью. Так. Кто-то пришел в себя. А, один из солдат. Что делаешь? Это как в детской игре в войнушку, да, я из последних сил. Такой оп, оп. Эхе, все еще не закончено. И упал. Эй, что за фигня, что за шум? Ладно, сейчас посмотрим. Мы же выбежали, да? О, все сваливают. Эвакуация идет полным ходом. Ребята, это будет коротенечко. Вот я запишу эту серию по ходу, как мы развалим базу. Сделаю паузу, соответственно, там будет чем заняться. И затем продолжим. Итак, у нас есть 8 минут. Что за фигня? О, ракетные установки. Они таки дали залп. Да ладно. Oh no. Oh no. Как же так? Что за дела? Кто здесь? Здесь больше нет выхода. Я не позволю вам уйти живыми. Это неприемлемо для волшебницы Идеи. Я не хочу пострадать от ее мести. Ребят, вы готовы? Да, сэр. Да, сэр. Капитан, ну что ж, тогда бьемся. Окей, бьемся, так бьемся. У нас есть 7,5 минут, чтобы выхлестнуть эту жуткую штуку. Так, а есть ли что-нибудь у нее стащить? Shell Protect и Stop. По-моему, у нас все это есть. Ну, давайте просто будем физическими атаками, наверное, да? Оч, 282, 423, 578. Немного бьем. Можно, в принципе, кольцеклатля запустить против механики. Он очень хорошо действует. Но, с другой стороны, мы и так вполне себе справляемся. Да, только один двигатель вышел из строя. Бах, и тут же второй и третий. Нет, второй. Вау, ничего себе, они нас так убьют. Что, еще один? Ничего себе у нас, ребята. Просто с ноги. Выносят эту машинку. Да, сэр, они там подготавливают какой-то страшный выстрел. Сейчас, видимо, мы огребем. Так, ну что? Че, из 6 двигателей 2 осталось? Да, вот сейчас будет больно. Ну и ладно. Мы их все равно будем добивать вручную. Квистис тогда получает неплохо. Гораздо больше, чем раздает. Рядовой, я не могу контролировать ее. Что такое? Бах.
Ну, нам немного понадобилось. Нам 2 минуты понадобилось времени на то, чтобы уничтожить эту железку. Че, пригорело, парень? Ух ты! Копченые. А теперь копченый. Я сказал копченый. И че, я опять даже украсть нечего. У них не было столько жизни. Так, ребят, у нас есть еще 5 минут, чем заняться. Мы получили, кстати, журнал вооружений за какой-то там месяц. Мы Феникс Даун получили, 4 АП. Че, у нас никто не поднял уровень. Да, и здесь такая мулька, короче. Можно все еще проиграть. Да, вот если вот так вот бегать. А есть где-то вот здесь вот точка, куда нужно обязательно подойти, и там триггер срабатывает, что типа бой закончился. Где-то вот здесь вот. Печально будет, если я сейчас ее не найду, потому что вот на нее надо реально просто наткнуться. Где там прям вот по центру, что ли? Алло, гараж. Я знаю, что никуда бегать не надо, но ну что за дела? Это просто, может, нужно было добежать от одного края до другого. Вот, все, наконец-то, блин. Видимо, все-таки до тех ворот справа нужно было тоже добежать. Мы что, здесь заперты? Сквол, пожалуйста, позаботься обо всем остальном, ладно? И вздохнула тяжело. Теперь все кончено. Я всегда считал, что этот день может прийти. Жить жизнью полной битв, я думаю, я могу сказать, что я был готов. Но когда я думаю о том, что происходит в действительности, черт, блин, мне так обидно. Сквол, почему же ты выбрал нас? Неужели ты выбрал нас, потому что знал, что такое могло произойти? О чем вы, ребята, все говорите-то? Сквол выбрал нас, потому что верил в нас. Я уверен или уверена в этом. Не знаю, кому там мысли принадлежат. Мы можем это сделать. Мы... Вот почему он подумал, что мы являемся идеальной командой. Разве не так, Сквол? И вау. Давайте попрощаемся с нашими друзьями. Эй, похоже, все пока в порядке. Да, похоже, ребята, it looks like they did it. Похоже, как будто они все сделали грамотно. Но ракеты все еще могут быть в пути. Так, мы должны сообщить директору Сиду. Пойдемте. Ближайшая сохраненка, насколько я помню, здесь совсем не близко. Давайте попробуем сделать вот таким образом. Оп. И сохранимся. Ну, так как мы, в общем, удачно прошли базу, ну, давайте сюда сохранимся. А на этом я сделаю паузу. Есть кое-что срочное, нужно кое-что доделать. Большое всем спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Всего доброго. Играйте в хорошие игры. Удачи.